К другим новостям. В этом доме гостям всегда рады. Неважно, пришли ли они сюда с подарками или просто с открытым сердцем и добрыми словами. В доме ребенка-малютка прошел день открытых дверей. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама имя ненамена найдет. Так же не бывает на свете, что бабы и постеленные дети. Разные дети, разные характеры, разные судьбы, но одна общая беда. По тем или иным причинам они остались без родителей. В малютке с детьми, конечно, занимаются, они сыты, одеты и обуты. Тем не менее, все они ждут маму и папу. Как правило, такие потенциальные мамы и папы приходят сюда вне открытых дверей. Сегодня в доме малютки мы пришли посмотреть на деток, как они живут здесь, как развиваются. Так как мы уже 9 лет женаты и у нас нет своих детей, мы в поисках ребенка, которого хотели бы любить, воспитать, поднять на ноги. Иногда получается так, что родителям в будущем надо дать время подумать и осмыслить то, что они хотят сделать. А дни открытых дверей, они влияют, конечно же, влияют очень хорошо на решение людей принять в свою семью ребенка, оставшись без попечения родителей. Кстати, познакомиться с детьми поближе потенциальные родители могут теперь и заочно. Наша телекомпания подготовила специальные видеовизитки. Познакомьтесь, это Олег. Олежка родился в марте 2011 года. Он русоволосый мальчик с голубыми глазами. Добродушный и всегда улыбчивый. Воспитатели называют его солнечным мальчиком. Любит слушать музыку и смотреть мультфильмы. Наблюдать за попугайчиками в живом уголке. На занятиях Олег внимательно слушает педагога. Сколько их? Визитки детей можно найти на сайте учреждения. Ну а для дальнейшего знакомства всех желающих ждут в малютке в дни открытых дверей. Их планируют проводить ежемесячно. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика.